Это мой подол, мой райончик спальный, та часть подола, которая особо не туристическая, исключительно для местных жителей. Невысокие дома, историческая застройка, театр Жовтый, в котором постоянно происходит показ различного рода картин фестивальных, некоммерческих. Вот сегодня суббота, замечательный день. Люди вышли в скверик между домами. Здесь рядом с кинотеатром замечательный сквер. Я его фотографировал, как только вернулся в Киев, тогда впервые. Первые недели войны. Здесь вообще была мертвецкая тишина. Сегодня дети бегают. Слышится детский смех, молодые мамочки. Вообще детишки, которые только-только ползают. Вот такие вот. Здесь у нас цветочки высажены. Сейчас они заканчивают свое цветение. Вообще улочка это хорошая, я по ней люблю ходить. Далековато, правда, ходить в АТБ, в Сельпо, но вот этой улочкой я хожу. Вот такой сегодня прекрасный, теплый майский денек, 7 мая. Люди играют. Мой автомобиль.